Здравствуйте. Сегодня поговорим о детской писательнице Агнии Барто. Родилась Агния Львовна Барто 4 февраля 1906 года в Москве. Известна миру как детская поэтесса и писательница, и даже радиоведущая. Умерла 1 апреля 1981 года. Агния Барто полюбила всему миру своими очаровательными стихами, которыми зачитывались не только дети, но и взрослые. Отец Агнии был ветеринаром, мать – домохозяйка. По рождению девочки дали имя Гетель. Любовь к литературе появилась с самого детства, и это все благодаря отцу, который всегда боготворил творчество Крылова и Толстого. Агния Барто, сочиняя стихотворения, начала в детстве. Сначала это были четверостишия о сказочных принцессах, потом учителях, подругах и родителях. Стихи были не единственным увлечением девочки. Она увлекалась языками, учила французский, немецкий, занималась танцами. В детстве Агния мечтала стать балериной, но никак не детской писательницей. Впервые стихотворения Агнии Барто получили высокую похвалу от Анатолия Луначарского. После того, как Агния дочитала свои стихи, он сказал, что у девушки талант, и ей нельзя останавливаться на достигнутом. С этого момента и начинается творческая деятельность поэтессы. Первое стихотворение девушка сама принесла в издательство, и его буквально сразу же напечатали. Это был 1925 год. А первые публикованные работы – это «Китайчонок Ван Ли», «Мишка-воришка». Агния писала простым и понятным языком, по-доброму высмеивала простые человеческие пороки. –